Краснодарские хирурги пришили молодому рабочему оторванную кисть. Мужчина осваивал фрезерный станок. Когда он на долю секунды отвлекся, его правая рука попала под вращающийся инструмент и была отсечена. Пострадавшего доставили в краевую клиническую больницу номер один. В течение 12 часов хирурги сшивали сухожилия, мышцы и нервы. При помощи методов микрохирургии соединяли артерии и вены. В итоге кровоснабжение кисти удалось восстановить. Сейчас пациент уже может шевелить пальцами. По прогнозам врачей, кости руки срастутся не ранее, чем через 2 месяца, а ее чувствительность вернется в течение года.